главного делегата городской поединки, а также имела свой собственный, который, к сожалению, не носил высокого дохода. С детства она мечтала о путешествии. Это и послужило поводом регистрации в компании. Еще до регистрации в Айдоме Саида была постоянным клиентом Wellness, покупала витамины, а с момента регистрации в компании в декабре 2014 года стала активно пропагандировать жизнь Сиду Wellness в своем регионе. Саида за 3 каталога с момента регистрации вышла на уровень 15%, а сейчас на уровне менеджера 18%. Ее первая мечта путешествия уже совсем скоро исполнится. Это поездка на конференцию в Египет. Другая мечта исполняется каждый день. У Саиды большая дружная команда, вместе с которой они каждый день помогают другим людям исполнять их мечты. Санкт-Петербург. Ваши аплодисменты. Яна Давыдова, старший менеджер, город Санкт-Петербург.